Федеральная риэлторская компания «Этажи» признала лучшей по итогам республиканского конкурса «Лидер ипотеки», в котором участвовало более 30 агентств недвижимости. Обойдя всех конкурентов, «Этажи» стали победителями второй раз подряд. Подробнее в сюжете. Республиканский конкурс «Лидер ипотеки» организовало публичное акционерное общество «Сбербанк России». Среди своих партнеров в Республике Башкортостан, Челябинской, Свердловской, Курганской областях. Конкурс проходил в два этапа. На первом, с 10 июля по 31 августа, агентству недвижимости нужно было отправить наибольшее количество ипотечных заявок. Для второго этапа участники подготовили видеоролик о своей компании. Всего было предоставлено 15 видео. «Этажи» обошли конкурентов и в первом, и во втором этапе. То есть в первом этапе у нас было максимальное количество баллов за заявки и за выданные кредиты. Во втором этапе результат определялся путем голосования за снятый видеоролик. «Этажи» также заняли первое место путем наибольшего количества так называемых лайков. Федеральная риэлторская компания «Этажи» проводит консультации в сфере недвижимости, предоставляет услуги по сопровождению сделок и оформлению документов. С 25 мая 2017 года компания дает своим клиентам гарантию финансовой безопасности на все виды сделок. Также проводится акция «Квартира в подарок». Это значит, что каждый клиент, который провел сделку с нашей компанией, получает лотерейный билет, и по итогам года он имеет возможность выиграть либо квартиру в определенном городе, либо 50 других призов. Федеральная риэлторская компания «Этажи» находится теперь по адресу улица Коммунистическая, 30, здание «Дом связи». А также выбрать любую недвижимость можно на сайте etazhi.com. Татьяна Захарова, Вадим Ямансаров, Стерлитамак, служба новостей.